А накануне глава Поморья обсудил вопросы развития межрегионального сотрудничества с губернатором Санкт-Петербурга. Среди наиболее перспективных направлений – судостроение, фармацевтическая и медицинская промышленность. Петербург заинтересован и в поставках экологически чистой сельхозпродукции. Это, безусловно, конечно, та продукция сельхозназначения, которая может поступать в Сахарской области, та продукция промышленных предприятий, которая производится в Санкт-Петербурге, может поступать в Архангельскую область. Надо дружить и давать возможность нашим отраслям зарабатывать, но и радовать наши жители. Вы правильно говорите про сельскохозяйственную продукцию. Мы сейчас провели заседание, поучаствовали в заседании Государственной комиссии по развитию промышленного комплекса. Это вот еще одно направление, которое нам, Санкт-Петербургом, можно активно посмотреть для взаимовыгодного сотрудничества. Я знаю, что такие планы были уже в свое время, и, может быть, я бы попросил вас, нашим специалистам, дать поручение, чтобы они еще раз посмотрели на это направление. Мне кажется, оно очень перспективно. Кроме того, регионы активно сотрудничают в развитии внутреннего туризма. Губернаторы обсудили планы по разработке совместных туристических маршрутов в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».